Итак, всем привет, подписчикам и не только. Как видим, гараж пустой. Ну и не будем тянуть кота за глаза. Попытаюсь как можно вкратце рассказать суть этого видео. Оно будет очень коротким. На вопрос, где мотоцикл GSX650F, который у меня был, кто забыл, фотография. Его нет, он продан. Уехал в Кёльн. Парнишка 20 лет. Приехал, влюбился, сел, уехал. На следующий вопрос, что я буду делать дальше. Я долго об этом думал. Подвал до осени, выбор побольше, цены подешевле. Но, увы, не получилось. То есть, покупку мотоцикла, естественно, я не откладывал. Искал, ну и нашел. И вот она, красавица. Итак, на смену GSX пришла Honda CBF 1000F. Литровый мотор, 107 лошадиных сил, спорт турер. Что еще могу по нему добавить? Ну, поболее я добавлю, когда я буду делать обзор на него. А пока это так, я вкратце просто покажу. Он сейчас абсолютно в оригинальном состоянии. Единственное, что я на него сделал, это ленточки поклеил на колеса, как всегда. Потом следующее, что я хочу обязательно сделать, это купить крыло сюда, потому что видите, сколько мусора, песка сюда собирается. Он сыпется с колеса, амортизатор на цепь, как видим, везде засыпает здесь. Поэтому это первое, что я сюда еще поставлю. Потом еще будет пожелания по сидушке, по лобовому стеклу, по рулю. Но это все в ближайшем будущем. Вот так он выглядит с этой стороны. Мотоцикл уже заценил Мотофунк. Приезжал, прокатился, посмотрел, одобрил. То есть хороший, сказал, аппарат. Вот его ж не наклеечка. Ну, в общем, как-то так. Видео было коротенькое, просто хотел сообщить об изменении мотоцикла. А сейчас мне нужно спешить собираться в отпуск. Сегодня мы уезжаем, поэтому решил до отъезда сделать небольшое видео, чтобы люди, некоторые думают, что я пропал куда-то, исчез. То есть вот он я еще пока здесь. В гараже бардак. Здесь у меня сверху висел ящик для машины. Отойду немножко быстренько от темы. Вот видите, какую конструкцию я придумал с Эдиком, с Эдуардом. Сюда, идет туда, в тисках зажатый конец шнура. Это он, здесь у меня для рыбалки прикормка, она очень пахнет. У меня здесь заводится мышка периодически. И поскольку я вот этот ящик убрал, ящика нету, поэтому я подвешивал его, чтобы мышка не ходила. Ну, в принципе, на некоторое время мышке будет подумать, о чем, как эту конструкцию завалить и покушать. Ну, в общем, как-то вот так. Многое по этому мотоциклу рассказать не могу, потому как он у меня еще только ровно недельку. Будет все немножко дальше и побольше. На этой ноте будем закругляться. Всем всего хорошего. Всем желаю удачного мотосезона, продолжения сезона, теплых погод, полного бака. Всем всего хорошего, всем пока!